Приветствую на канале BestSEO. Рассматриваем сегодня Криптония Покер проект. Название проекта говорит само за себя. Это проект из игровой индустрии. Проект, построенный на системе блокчейн, соответственно, будет решать проблемы онлайн-азартных игр. Первая такая проблема — это, конечно же, мошенничество. В онлайн покер, например, да, создается поддельная комната для игры в покер, да, и при помощи коротких жулики зарабатывали на счет реальных игроков. Это очень как бы распространенный способ, который накладывает неизгладимое впечатление на игрока, отталкивая его, в принципе, от игры. То есть, вы понимаете, да, человек зашел первый раз, например, захотел поиграть в покер, неважно, имеет представление или не имеет он о покере, но зашел в эту комнату поддельную, да, где сидят боты, где подтасовка идет, соответственно, проиграл за 5 минут все свои деньги и, конечно же, ну, расстраивается, понимает, что либо, ну, либо он думает, что он вообще как бы не умеет играть, да, ему не везет. Либо он понимает, что его самым наглым образом обманывают. Соответственно, при помощи блокчейн-технологий этот способ мошенничества и другие, в принципе, способы мошенничества, в принципе, отметаются. Что еще можно добавить? Уважающие себя казино, чтобы не потерять своих клиентов, решают все эти проблемы в реальном времени. Криптония Покер основана на технологии блокчейн, которая решит все эти вопросы. Ну, например, да, как решается проблема с мошенничеством. Проект Криптония Покер гарантирует, что ни один человек, бот или группа игроков не играет индивидуально или в сговоре за счет мертвых игроков. Такие умные схемы, да, мошенничества, как бы были причиной беспокойства среди онлайн-покерных сообществ. И как бы, ну, много было информации в СМИ, ну не в СМИ, а как бы в интернете, да, больше в соцсетях, как бы волны вот этого недовольства, как бы, когда уличали эти проекты. Соответственно, все эти проблемы решаются, все решается, собственный токен идет продажа, 20% бонус до 1 июня можно получить. Соответственно, изучаем белую бумагу, то бишь технические документацию, и принимаем уже решение. Желаю в этом вам удачи.